На всех есть саппорты. Вроде как. Да. Так, рыбу все поели? Так, все готовы? Даю ДБМ пул. На пуле или сразу маленького, пока не бить, пусть он агрона берет. На пуль на него рога хорошо. Не кливайте там, просто по маленькому точечно пока бейте, блядь. Смысла от кливания этого ноль. У вас Сандер стакай. Все, красиво. Каст, 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 выведи, выведи, выведи. Каст, каст. Следующий собью. Блять. Вам похуй. Я там лапку перебал. Выводи. Стан по мелкому. С левой стороны становимся, кто выходит на рейнджи. Вот урон реально становится. Когда каст, разбегайтесь. Тогда этот самый тоже выходи. Разбежались. Разбежались. Хорошо. Отлично. Обратно ставь так же самое. Нам надо переместиться налево, кто в РДД зону стоит. Сюда. За кругом стоим. Разбегайтесь, разбегайтесь. Все, стопайте урон, ждем новую руну. Там, да, стопайте, стопайте, хорошо. Эрдру, беги, 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 беги. Стопайте, кто его там пиздит, блядь? Стопните по боссу, ёб вашу мать, блядь. На эту сторону перейдите, РДДЗМ. Все сюда, сместитесь. Сейчас руна будет скоро. Руна в 7 секунд. Сейчас лужа может быть. Руна, бейте. Геномал. Приехали, добивайте быстрее. Дай геномал. Артстайл, готовься. Забирай артстайл. Забрал столовку обратно. Не столовка, Телдрин. Подставил у Сальва Ладомир, давай. Хуячим на все бабки, ребята, не расслабляться. Лужа кончится, выйдите в РДД зону еще пару человек. Как лужа, блядь, закончится, разбегайтесь все, кто может стоять в РДД, набирайте ранжу. Вышли все, вышли быстрее. Локи, совы, маги, блядь. Артстайл побежал. Ну, Мораль, готовься. Не убегайте, чтобы вас прохили. Мораль, готовься. Далеко не убегайте, далеко убежали там маги. Мораль таунти, таунти, мораль таунти. Забирай, брат. Забирай. Быстрее, мораль. Прожался, фласка, хуяска, дамаж на все бабки. Давай, Ладомир, сокру. Давай, 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 сокру, блядь, потеем. После Ладомира ты Элдрин продлишь. Хильте по максимуму. Не жалейте гимна хп, сейчас прям дайте. Урон вообще нет нахуй, блять, алё. Хорошо, тихо, тихо, ребят, все пока нормально. Пока, да, заебись было по хп. Ну, я сказал, блядь, выпьем саппорты, а блядь, ебанём. Ни на кого, на одного лока только повешался. Вот когда разбежались, на одного лока повешалось. Вокруг ну всё, значит, стоял. В этом проблема была, блядь. Да, да, дебафа не было. Я X2 стеры, блядь. Так. Поиск бисовый пах. Так, но сейчас на это все закрываем. А, нет, блядь. Фу, блядь. Ну да.
Так, а ну еще раз, что-то, блядь, не пошло нахуй. Я на лока. Давай. Да, давай. Так, поехали. Кольчужная перчатка, хаскрит, один сакетик. Есть такие, кому надо? Быстренько. Ресники хоть. Алло, отдыхай. Мы все равно на фрейле тем, что вы там типа. Да. Так, у кого есть здесь артстайл? У тебя, да, энчантик есть? Держи. Так, грудак, это БОЕ, которое нахуй уже никому не надо, потому что Т8 завезли, да? Че, на фрейю, да? Да. Ну там так, 100 раз проще. Перчатка, блядь. Танковская защита, блок. Да, блядь. Никому не надо? Завод дашь, продается. Артал распылишь. Так, поясок бисовый, блядь. Так. На Телдрин забирает, получается. А че я приор нахуй не вижу? А, или Мара, или вообще. Какой Телдрин? Артстайл. Какой Артстайл? Так, а ну подожди, блядь, а ну еще раз. Его? Я что-то не вижу, блядь, приоритет. О, сейчас вижу. Не, не вижу. Да мораль тупо один прилетит. Но у него приор апизатом. Ага, 18 арт мораль, Ладомир, потом... Ага, все, значит, Андрюлик, ГЦ. Так, ключик. Шо, у нас получается остается только пожарный, блядь, и тогда будет ключ, правильно, блядь? Угу. У нас вторим еще, ну, два мобану. Торима мы, блядь, убьем, нахуй, то хуйня. Забираю себе ключ что-то. Я не за то говорю, я говорю к тому, что что нам осталось. Нам надо будет, блядь, тогда задрочить пожарного, блядь, и надо будет начинать алгалонов. Десятки алгалонов убиваются легко, блядь, 25-ки, в принципе, с тем, что они порезали, я так понимаю, что нихуя сложного там нет. Да. Если все сдупляют, что делать? Кстати, по ПВЕ прогресс у нас еще гильдия 4-е место занимает. Ну, сейчас мы еще убили. Маленько... Все, теперь третье, блядь, убили, блядь, собрание в хэме, блядь. Нам оно не читает, там нет отличия хэм или обычка. Да, там нет отличия. Саня, оно ФК не читает или что? Нет. Нет, оно там типа считает убийство, так типа спидкилл считает. Ну, а разница обычная. Скорость, которая... То есть там первое место, кто убил 25-ку Левифана обычку там за 50 секунд. Фастрану считать. Короче, наша ошибка была, блядь, что надо просто, после как закончилось, блядь, пятно это ебаное синее, нахуй, надо просто разбежаться. Все, блядь. Нихуя сложного тут нету вообще. Ну, я не знаю, может, конечно, тоже зарешал, что зашел хил, но я сейчас посмотрю, конечно, сколько он нахил. Забаньте большой. Давайте почистим. Баньте. Не, ну он и миллион нахилил, блядь. На, там в ТФЛ урона вообще не было, по факту, типа там и в 4. Ну, Кадары, потому что разбежались, ты видишь? Да, там и он в руне не стоял, босс аурой не бил, и не разбежались, блядь, там дохуя чего урона мало стало. Короче, я вам скажу так, еще немножко фартануло, блядь. Главное, что вы не таунтите, так как Саня на санте. Ну, потом... Я же не могу, больше прям секунда, блядь. Снимайте бан. А мне что, ханта забрасывали? Саня, я тебя буду в 25-ке в ЛС анонсить тогда. Давай. Да меня уже не поставят нахуй на переагрессию. Так, ну Фрея это, блядь, по сравнению с собранием для нас изи. Мы уже делали это и даже до нерфа, блядь. Куда подевалась? Делали нерфа, но потом 2 КД убивали изимод за себя. Так, а ну подожди, кто куда подевался? А, в мысли вслух, травы нету. Какой травы? Закладки, что ли? После кто-то пятку твою спиздил, или что? А я это имею в виду здесь в оранжерее, которая растет. Оранжерее, которая растет, где? А, так может тоже кто-то попиздил, блядь, до тебя. Ты что, ты думаешь, самый умный, блядь, самый быстрый? Тут есть, блядь, быстрые руки на Диком Западе, не переживай, блядь. Дергай, блядь, толпу эту, отводи их сюда, к скале, большого, этот, выведите. Кирюх. А. Здорово. Здорово. Я только домой пришел, только что, 10 часов. Да пошел ты нахуй, ты пиздобол, блядь. В смысле? Я только пришел, говорю.
сука. С пацанами ездил на день рождения, двоих пригласили с работы. На пати Sailor Moon-чиков, что ли, блядь? Ну, там с завода пацаны пригласили на природу, короче. Ну, а прикинь мясо. Пацанам с завода сказать, какой хуйню ты занимаешься. О, так тебя на тот токарный... На тот токарный станок тебя, блядь, за хуй намотает, нахуй, блядь, посмотришь. Первый же день, блядь. Замотался на работе, да. Ой, блядь. Просто заходишь, после этого мероприятия заходишь и говоришь всем: «Здравствуйте, я не Вася, я Василиса». Я тебя сейчас... Все, блядь. Все, будешь Василиса. Че, у вас хилы есть, нормально все? Ну, уже есть, блядь. Мы нашли человека, все, который... Нормально. Точнее, девушку. Бля, который Регина, хилит лучше, чем ты, блядь. Регина, да? Да. Регина, ну-ка, иди сюда. Точнее, девушку. Че с уроном, блядь? Регина, вруби микро. Регина одета 223, но хилит лучше, чем Василек, который одет... В смысле лучше Василек? Она Эрдру, что ли, че? Да, она Эрдру, что ли, блядь. А, ну все, понятно. Мы будем брать ее в гильдию, значит, менять вот этого, блядь, Сейлор Мунчика, потому что... Понятно, я удаляю Вовку. Собрался, слышишь, стояй. Сидеть, лежай. Короче, завтра, чтобы все пришли на собрание, мы завтра будем делить статики десятки. Сделаем 3 статика, такие равносильные более-менее. Чтобы могли ходить кару нормально и ходить могли нормально в ИК. Ну, у льда 25-ка как бы никуда не отменяется, в десятке можно будет ходить... чисто, блядь, алгалона, может быть, там кому-то какие-то шмотки нужны. Но это такое маловероятно. Кирилл, чисто алгалон, трини и все. Кирилл. Ау. Че, Регина, получается, увела меня, да, там, мое место? Ну, получается, да. Ясно, Регина, ясно. Понятно. Спасибо, Регина. Кирилл, давай. Ау. Я не знаю, завтра буду я, нет, блядь. Я могу на работе задержаться. Там, ну, ты в Дискорд можешь с телефона зайти, блядь, просто посидеть, послушать, нет, блядь? Нет, не могу. Я, блядь, ёбаный... А ты что, на МИ-6 работаешь, где с телефоном нельзя, блядь? Я военнослужащий, нахуй, я не могу там телефон такой носить. И шо? А ты не такой, ну, носишь? Блядь. А я в полиции работаю, мне можно все нахуй носить, так шо, блядь? Ну, молодец. Говорю, не могу. У нас тоже телефоны на работе запрещают, но мы похуй. Ебать, я охуел, кстати, слышишь, с этой штуки. Я ни разу, блядь, вот сколько работаю, я не пользовался этой херней. Которая на скорость стреляет, понял? Трукам. Ебать, охуенная тема, блядь. Мне так понравилось, блядь. В смысле, это чё, блядь? Вы опять эту хуйню все забудали. Диспальте эту хуйню. Да, это каст дракона сбивать. Ну, типа, как раньше были эти визири, понял, блядь, что стреляют, нахуй, скорость мерять, понял? Такая же хуйня, только новая, называется Трукам. Она бьет, блядь, на километр, на расстояние. И с расстояния километр номера пишет, блядь. Нихуя. Технологии, блядь. Мне понравилось, блядь. А, это же я тебе вспомнил, да? Особенно мне понравилось, когда мне рассказали принцип работы. Ты подходишь к человеку, в которого ты стрелял, и ты ему говоришь: я держу палец на курке, у вас есть ровно 1.5 минуты, блядь, чтобы принять решение, будет штраф или не будет штраф. Штраф более много. Если палец отпустил, все, будет штраф. Регина. Ну ты, конечно, пипец, офигеть. Как ты хилишь лучше, чем я? Я не понял, что за фигня? Что за Регина? Оба-оба сразу пошло, смотри, блядь, что, кто, куда, на. Что за Регина, блядь, что за Регина? Оказывается, в аниме не нужно играть, чтобы за рестора хилить хорошо. Вместе срез, ты что, не понял? Аниме я не, ну подожди, срез, может ему лунная призма там сил-то придает? Что-то Регина как бы это, и без лунной призмы там разбирается нормально. Регина, моя сладкая, ну что ты это как, я не могу с тебя. Ты что, ее знаешь? Ты ее знаешь? Так, конечно. Этот, там вроде запа есть. Трэш. Нет, нет. Андрюлик, вот как ты, блядь, все это видишь, нахуй? Ты же не адрес, да? Где, Андрюлик, я не бачу. Ну да, где-то здесь, да. У него сканер на глаз надетый. По запаху. Блядь, не вижу, нахуй. У меня одна зеленка ебаная. Синяя какая-то хуйня тут. Кто видит запы, блядь, скажите мне. Ну, Женек, блядь, на него. А, Женек, ебать, нахуй, как учил запы, так нахуй сразу нашел, да? Где, блядь? Ебись с рыбой, уйди. Где? Ага, вижу, блядь. Уйдите вы с рыбы, алёба, что, блядь, тобоёбы? Вижу. Жмите, кому надо, мейнспек, нахуй. Мейнспек? А дайте рыбу, блядь, ебан, где рыба, блядь? Женёк, зря ты искал их, заберёт ваку, блядь. Женёк, завязывай, ты и так одетый. Я прокликал, блядь.
А женек на этом, блядь, на присте. А вот этих мобов не надо запиздить, они не сагрятся. В десятке без них убивают. Нет, они не агрятся. А, ну все, тогда пиху, блядь. Все как обычно. Все как обычно, значит. Столовка на боссе. Дох на трэше. Выходят маленькие, и в начале клива на 50% дох отдаешь сокру. Токсиген ебашишь гимна ХП. Бафните каску, кто там баф, это обновите. Обновите бафы по всем. Рыба стояла, нет? Лежала. Хорошо, поставил рыбу, поешьте рыбу. Я отойду на 30 секунд, био быстро. Послушал гимн, когда дать. Походите. Какой нахуй гимн? Зачем тебе? Когда мелкий, им обмен меньше, чем пол хп даешь. А, все, понял. На тебе софт-стрим. Откидывалки есть там у кого? Элем, сова? Да подсокроют, типа, они вообще не нанесут урон. То, что РДДшники, отбегите и все. У нас почти все пачки РДД, и вы просто ранжу наберите и все. Кто Коски баф? Это Лев. Алло, Мораль, Андрюх. Касок нет. Я баф. Вы главное косты прокикайте этим, которые три моба. Там. Разберитесь, кто кому погикает. Кто грозовому, кто водному. Два войска Миша, неплохо, кстати. Миша здесь? Миш? Владимир, ты купил тринку с острова? Плюс 7 били. Чё там на острове? Сложные квесты делать, нет? Нет. А фигня. Изи. Может, ну, Сань, может, ты в аркан аспектнешь мага этого? А так нормально. У меня нет билда арка. Ебать. Ты в аркане больше им давал бы, ну. Ой, похуй. Понятно. Я три пула собрания бил, блядь, без доспеха. Царь. Просто царь. Так, чек даю. Что там, кому не хватает, пишите в чат. Ай, нахуй. Артстайл Шевульпа, что там не получается? Артстайл. Ну, нужно по классу до йога дойти, чтобы убить его, блядь, плюс один. Угу. Я там тренинг с него лутаю. Согласен. Офигеть, Кирилл, ну в прошлый раз до сбор был, когда у нас пятница, на прошлой неделе. Никого не было, и тебя тоже, кстати, а я был, между прочим. Да, я не виноват, что у меня у брательника, блядь, у тестя, нахуй, инсульт уебал, нахуй. Ну, поехали, такое, все, блядь, были готовы, блядь. У меня, если, блядь, выходной день, и я дома, я всегда, блядь, захожу поиграть. Если, блядь, какие-то траблы, блядь, то не всегда получается, блядь. Поехали по дереву. Да, с дебафом пацаны... внимательно смотрим, выходим. Пацаны сказали приехать мясо поесть, я забыл написать, что не смогу, блин. Все. На пульте на Телдрина. Токсиген вышел. Корешок этот разбейте. Дерево быстро. Блять, я не могу его бить, нахуй. О, смог. Добивайте дерево быстрее. Квазивер вышел. Так, разбейте эти корни, чтобы они не мешали. Так, я сбиваю водяному косты, грозовому сбиваю широготого косты. Дерево. Дерево разбить. Ёлка. Мораль, ты хвостоплёт этому, че как этого пидораса зовут, блядь, разбиваешь косты. Он разве кастит? Вроде кастит. Ну если нет, похуй. УАЗ отъехал, я понял. Так, массакра пошла, гимн на ХП пошел, токсиген, быстро. Так, точечно мобов добиваем. Осталось тут три калеки, блядь. А как у вас сдох? Дай смерть, линкани. Ему там вообще прям залетело, прям овер такой. Сейчас. Готовьте, сейчас дерево будет. А его уебали
Стоп-ка. Он же, наверное, с подхода сразу решил бэша крутить. Дерево залили. Рядом. Да ему на 10к взрыв прилетел, ебало. Не, ему эти уебали на атаке, плюточник. Ну, я же говорю, он решил бэша закрутить, нахуй. Так, я водяному сбиваю косты, повторяю. Кливаем их аккуратненько. Ух, там это уже иннер ехать. Тебя. Хорошо. Это грузового больше. По плёточнику, все в плёточника. Быстрей. Солейте. Залили. Хорошо. Добили его быстро. Дерево. Ёлка. Пук дракона, подыми УАЗу. Сразу забафали вара. Сразу. Каска, лапа, пристабаф, вся хуйня. Линком, может быть. Так, то же самое. Водяному сбиваю косты я. Грозовому рога сбивает. Кливаем их. На пульте нормально. Забери мобов. Ёлка. Ёлку РДД быстро. Она в мелизоне, похуй, кливайте. Капка. Сведите мобов, блять, в кучу. Что за хуйня? Почему Локи сдыхает? Нахуй вы стоите в мелизоне, блять, Локи, объясните мне, пожалуйста. Нахуй вот тут стояли, блять, в мелизоне сдыхали, блять. Ну, что один сдох, блять, в мелизоне, что второй, блять. Если он подошел, так логично отойти. Ну, портал можно поставить. Для этого объяснять, на что Локи умеет портал ставить. Поставил этот тотем нормально. Ах ты, сука, мне дерево. Дерево залили резко. Быстрей. РДД, кто под грибом стоит, по дереву быстро. Столовка, отойди от рейда. На тебе эта хуйня висит вообще-то. Не к рейду, а от рейда. Не ори. Фридом, давай тебе, который в корне. Дох, у тебя же откатилась сакра. Дерево. Ёлка. Дерево залили резко. Все. Сейчас выходит банда, начинаем ее бить. Повторяю, блядь. Когда вы видите, у них мало хп, блядь. Если вы какой-нибудь мах или лок, у которого мало хп, выйдите нахуй из мелизоны, блядь. На пуль на него рога. Сейчас всех просчитаю. Гриф небес, дай. Так, сакра пошла. Два приста, гимны на хп дали. Даю. Миша тоже сейчас сакру давай. Чтоб никто не сдох, блядь. Все, точечно, по-моему, мы играем. Их тут осталось три калеки. Босса на оппозицию, веди, столовка. Корни. Правый, можешь я перемазать? Дерево. Далеко, быстро убили. Рога тога, перемазывай. А, у нас есть УАЗ. У него урез хила есть, все, не надо ничего перемазывать. Он в армсе. Гера пошла, дамажим. Фласочки, хуясочки, не жалей ничего. Забирай это, Гера. Можно одного лока покинуть. Не надо. Куда так, вы, там лучшие, смотрите внимательно. Встаньте все, блядь, кучно, перешли. Что вы стали, блядь, на воде? Нахуя вы там стоите? Ёлка. Ёлку разбили. На берегу четко стоим, блядь, чтоб сыпало, блядь, этой хуйней на берег, блядь, а не на воду. Перешли. Быстрей. Кто будет сдыхать из-за какой-то хуйни, я буду ебашить ГП, пацаны, не обижайтесь. Перешли.
Вот это, блядь, гладение по голове, блядь, ебать, это нихуя хорошего не приносит, блядь. Перешли. Перешли быстрей. О, сдержи Mortal по КД, блядь. Перешли. Я добить уже могу. Да понятно, что добить, он все равно сейчас въебет нахуй, блядь. Ок, нахуй. Ебать посохи нахуй. Без дырок, блядь. Нахуй как мне нужен. На спуг один этот забрал в прошлый раз. Ну, в смысле, второй зато с дырками. Третий берет и декотик. Посох неплохой. Забирать его некому. Чего некому? Такси ген хочет забрать. У него 13-я пуха вообще, блядь. Нет, я про... Я про Мерешни. Да, там есть второй, 39-й. Ну, я там вижу. Коту или мишки. Хороший. Так, поехали. Рыцарь смерти, маг-друид. Мы мимикой пойдем, да, следующий? Квин забирает. Столовка, тебе на офспек или на мейн-спек? Мне на мейн, но мне угрейд не надо, мне не к спеху. Осталось острокрылый, генерал и йог. Паладин, жрец, чернокнижник. Так. Штаны забирает Малах. Держи. Так. Конку будем пробовать? Кого? Стопа, а чё вы отдали, блядь? Это шоу горло полоскать. Вы чё отдали? Ноги ебать? Ну типа там друид ролил. Как бы у нас пук в рейде, мы должны ролить. А, если друид, надо... Все, кто этот, рольните штаны. Все, ну по классу, кто там? Кто ну, только что жал мейнспек на штаны, на токен, киньте ролл. Ну все, давай друид, давайте друид, он выиграл. А где? О, он 8, она 81 кинул или он? Малах, отдай друиду штаны. Я ГП сейчас. Вредному? Почему друиду? Малах, он вырубил. Малах, лох вообще. Я выиграл все. Про какие штаны вы говорите? Плакаешь, сидишь. Они с магом, да? Штаны какие? Которые Квин забрал или что? Нихуя не пойму. Который Квин забрал? Квин, отдай штаны. Ну, кому? Давай, кому? Да, Бодапи выиграл, все, успокойся. Все, оставляй себе штаны, Квин. Уступаю. Так. Ну, жуки. Да, так, посох надо кому-то? Хороший посох. Пук, забирай, будешь танчить. Неплохой. Хоста, правда, блядь, нахуй не нужна, ну ладно. Ну, на медведя пойдет, на самом деле. Чего там стоите? Тэпайтесь, давайте. Надо, нет кому-то посох. Давайте чистить трэш. Вако, это с Агилой посох, нахуя он тебе нужен, блядь? Объясни какой мне, пожалуйста. Какой трэш, а мы на кого идем? Мы идем на краба, на кого мы. А чё мимика? Мы на мимироне стоим. Николайте, я свою очень видели фигурку мимирона. Он убит мимирон. Нас убиты все хранители. Блять, проснись, пизда, нас обокрали, блять. Кирилл, дай лутера, я ларец заберу алхимика. Все забрал. Так, на Везок сойдем. Можно на него. Или, блядь, на этот пойдем острокрыл убить. Это пошли на генерала, потом. Пошли генерала всю хуйню. Пойдем генерала, йога плюс один, и потом добьем. Да, потом уже эти же нахуй боссы ни о чем, а вот этих надо прям это нормально, нахуй. Пока силы есть. Вся хуйня. Пизду, блядь. Ну, генерал простой. Йог, вы плюс один хотите? Да. Ну, да. Угу. Это будет серьезная заявочка. Там тоже, в принципе, ничего сложного, но надо научиться здравомыслие не проебывать вообще. Там уже не побегаешь, блядь, так вот, не повосстанавливаешь.
Ну да, 25 человек, блядь, типа, ну, тоже. Типа, если все знают, как его сохранять, ну, стараться. Я пуляю, или что стоим? Пуляй, хули вы стоите, дрочите, блядь. Пуляй мобов, отводи их. РДД не надо подходить туда. На пуль на него нормально. К ёбу идём, отстань, проснись. Вася, ты тут? Алло, да. Там тебе друид хочет уступить слот. Может, переключитесь, ребят? Ну, Региночка, что ли? Пиздец. Да. Прожмись. Понимаю, нахуй. Прожмись, блядь. Прожатый стою. Станк каз дайте. Регина, да не все, иди, хиль, что такое? Женек, я хуй знаю, отрежь бью. Я могу притяжку дать. Забей хуй, сейчас это не сыграет роли, не твои чарты. Сейчас, Кирилл, тут буквально это пару элитников убить на острове, все сейчас. Я тут тренинг куплю за 240 и сразу все. На Везок все не сыграет, на йоге только знание. Артстайл, скинь в череп, покаяние, остальных просто, блядь, будем бить. Ты тут, нет, Дима? Не, он там где-то нахуй это. Я шипну. Держи только. Шипни. Ауе. Жизнь барам. Коп сейчас нахуй запаковали, менты приехали. Они уже здесь. Они уже здесь? А, ну да, блядь. У нас все схвачено. У нас за эту хуйню нету ничего, блядь. У нас это, нахуй, все, блядь. А круг у солнышко, когда подносишь, тоже ничего нет? Есть, знаешь, что, когда... PR-73 подносится к ключице и ломается, ебать. Вот это есть. Причем с таким ускорением неплохим, блядь. Да, палка резиновая, это пиздец. Какая палка резиновая, ты о чем? Ну, PR-73. Я просто пришел. Ага, особенно если по телу бьешь. Я думал, выводил такие обсуждать. Ну кому как, Саня? Спишнулись по мобу. А, сука, не убегай ты от меня, блин. Короче, этот прок на 4 секунды, это чистая залупа, блядь. Ну, я думаю, никто не играет, чтобы доты под него перевешивать. Это чисто на пытки, на 2-3 штуки. Чисто твою пытку ускоряет. Ты мне скажи, если ты под него перевешиваешь этот желтую эту хуйню, блядь, она запоминает хасту? Не, потом... желтая не запоминает, там запоминает только палец и чума. Палец и шевота. Более, она ее под все проки нужно переюзать. Если у тебя все проки, наверное, прокатили, ее нужно обновить. Она запоминает, и потом при каждом обновлении пыткой она держит именно ту, которую ты повесил со всеми проками. Чао. Ты про что говоришь? Про СПД? Вообще про все проки, про СПД, про ХАС. Ты хочешь сказать слово тьмы, боль? Нет. Оно запоминает и обновляется пыткой разума и держит их, даже если у тебя не прокнут. Откуда инфа, где пруф? Так, какой мы трэш убиваем? Только тут правый, блядь, или все весь будем убивать? Да весь убить. Да, что это хуйня с этим словом «отмыть боль»? Даже была тема такая. Так, ладно, все, Женек, потом, блядь, в пизду, блядь, вот эти ваши, блядь, басни, нахуй. В этот... В череп Аверен даешь шип в... Не, подожди, череп сап, печеньку шип и вот этого
ублюдка, этот, покаяние в него скидывайте. Все, скидывай покаяние, шипай. Лема можете забанить. Да и Лем похуй на него, закливаем его сейчас. Абудаби, по черепу потом шип обновишь. И волшебник тоже по своему шип обновишь. Будем бить ромбик. Рипайте ромбик, поехали по ромбу. Вася, как закончишь, скажешь. Давай, это мораль одного следующего. Любого, поехали. Сейчас, один буст. Че там? Трэш Весакс. Да, да. Ох ты, сука. Так. Значит. Черепок сап. Печенька шип. И ромбик покаяния. Поехали, шип. Будем бить квадратик. Опа, опа, печенька пришла. Ничего страшного, играйте по печеньке. Остальных просто кливайте. Через печеньку играем. Череп на нее поставил. Не мотай. Понимаю, душа не дома, но кастует на блинку. Абудаби, обнови шип по мобу, который в этот, в сапе стоит. Волшебник, ты по ромбику. Хотя уже не надо. Ромбик, грипайте сейчас. Я бы плюс один же в одно танк танчист. Да. Да. Ну, краба можно и в два. Хотя хз. Столько там протанчит. Да. Да столок. Хуя он пошелся, блять. Так, звездочка сап, печенька покаяния, ромбик, волшебник шип. Иди сапай. Сапнул, покаяние скидывал, встал по печеньке, шипай, ромбик, быстрей. Все, играем этих двоих, играем через череп. Череп, грипните, мораль. Сам. Понял, сам пролетел. По черепу заехали. Быть с картой приятно. 3000 силы. Ебаный рот, блядь. Согласен. 300, блядь, вообще секс. У меня и без прока, в принципе, 2700. Да и ПВПшно нормально. Так, по рамбу заехали резко. По печеньке и звезде шип обновите, на всякий случай, чтобы не было такого, что сейчас все сагрятся, блядь. Я звездочка рипну. О, боешка она. А не, аниме то. А, не, не, боешка, блядь. Девком лежит. Это хорошее, да. Статов как раз будут загнать нормально. Средства меткости. Кому-то надо? Не. Сейчас комбо отслетит. У нас, по-моему, у всех уже такие кольца есть. Сейчас. Не агрите пока ничего. А, понял.
Надо кому-то, нет? Давайте в темпе. Бля, я предлагаю за это говно ГП не давать. Поначалу, когда капы собираешь, хорошо. Ну, она и так... Так, принципе, Миша, иди, делай ветер, как обычно. Пошел? Миша, Ладомир. Это сделай грутут или как там? Я сделал. Кирилл, бати. Так кому там надо, копайте. У кого есть горка, сейчас моба убьем, выкопайте эту хуйню. Моба, свитч по черепу. Вася, поставь плюс в гильчат. А за место кого? Девочка эта хуйня, говорит, я уйду. Могу уступить. Пусть уйду, вообще-то, пипец. Постеснялась, что ли, Регина? Да она тебя сейчас еще научит хилить. Стал девочку выгнал из рейда. Возьмите руду, выкопайте, у кого есть горка. А вы что, вы вообще уверены, что это девочка? Не, Регина это мужское имя. Да, Регина. Может, мало ли там, без прикола. Ебать, хуя. Если бы... Короче, такие обидные разговоры видите. За контроль. Да, это онлайн, блин, обычно. Осуждаю средства. Ебать, мы голос вспомнили, бля. За Монай надо еще и осуждать дополнительно, да. Карать надо, блин. За такое, да? Ну что, безвредно вернулся играть? Нет. Законтрольте деда быстро. Герл нажал, походу, да? Нажал, блядь. Поздно уже задний сдавать, Макс. Слона. Уже второе КД бегаешь. У нас Герл сдал. Ну, а там, похуй, у нас свои фрезы есть. Нет, так, там... Регина, ты все ушла? Давай, спасибо. Приходи, если в чё. Так. Да, если желание, приходи. На сеновалку или смелый. Это, я тут за РДД ни разу не играл, я хуй знает как что. Придется научиться очень быстро, потому что я тебе кину на хуй знает. Ну, надо сказать, куда бегать. Да, блядь, этого Христа ГП. Не ссы, смотри на всех остальных. Нет, если он, короче... Понимаешь, у меня кнопка работает, я ни одного человека могу кикнуть. Хочешь, могу и ДКшника кикнуть. В смысле? Я понимаю, но столовку нельзя, потому что танк, а мне за что? Это похуй, чё, блядь. Он имеет в виду его перса, Женька. Да я понял. Так, ставлю меточки, значит, нахуй. Походу, не только морали. Ну, не надо, дайте бас, пожалуйста. Вороне. Да просто иди сдохни, где ты. Смотрите, ребят, 6 локов, 6 порталов. Хорошо. Все локи, вот смотрите, я ставлю меточку в полумесяц, вот тут ставите, можете за ним дальше даже поставить, оно достанет. Точно так же у нас тут есть, присутствуют 3 мага, которые должны это все дерьмо выносить очень быстро, блять. Все будет красиво. Ну что по шкафу, давайте шкаф еще. Так, сумоньте Василька. Проверяйте бафы, я ставлю сейчас этот. А, рыба стоит, ешьте рыбу. Я сейчас отойду на пару минут. Ебать, пара минут, я тогда поссать пошел на 2 минуты, ребят, извините, но... Короче, перекур. Извините. Блядь. Женек. Блядь, не хватило маленькой трени купить, ладно. Чего? Там есть метка, значит. Черепок вешается, когда сокрушение летит. Когда сокрушение прилетает, появляется лужа.
в этой луже стоимость спылов снижена, маны меньше тратится, и ДПС и хаста повышается. Вот, кастовать надо, вешать бафы, дебафы только в этой луже. Когда эта черная хуйня летит, ракета черная, нужно отходить. Там радиус взрыва 12 метров, что ли. А крестик вешается, это вешается метка безликого на игрока. Его самого не дамажит этого игрока, а вот 20 метров вокруг то этого игрока, у них по 5000 хп в секунду отнимается. И идет захил по боссу. Все, с кого отнимаются, лучи к боссу тянутся, и босс отхиливается на 50 тысяч за каждую секунду, за каждую цель. Круто. Лучше бы ты ему сказал, когда на тебе крест, отбегаешь в луну, когда череп, на всех, все бегут. Кстати, Андрюх, смотри. Квадрат. Андрюх, ты поудал пояс, сейчас, если падает пуха, то ты пролетит. Если он не знает, ты видишь изначально, что к чему, если он дебафы не читал, ничего, я ему объясняю изначально, базовые понятия. А лучше куда убегать? Приорба на пух оставлял. Смотри, он тут был, и не раз. Но он же миликом был. Так какая разница? Мы же сюда последний раз, блядь, пришли, или что? Он в жопу босса только смотрел, он нихуя не понимает. Сейчас посмотрим. Можно, кстати, блядь, босса не крутить. Сразу так, так вот, как он стоит. Да, да, как он так и стоит, и все. Во-первых, блядь, и мили этого РДДшникам будет проще, им будет ближе, блядь. А мы просто под жопой стоим, и все, похуй. Да. Так, что, все были готовы, подходим сюда, ближе. Я даю ДБМ пул. РДД, пока нету метки. Вы нахуй никто не бьете, блядь. Я понял. Если это понятно, блядь. Вон даме можете бить. А что ты хилы в миле сядешь? Порталы все обновите, да. У нас, скорее всего, кончились уже. Напуливаешь рога Тога на столовку просто по КД без остановки, блядь. Каждые 30 секунд летит на пул. Столовка, ты точно так же без остановки спамишь все время ЛП, потому что напулер у нас только один. Полетели. Встали все милики под жопку и в жопку его бьем. Сальву поверх сразу давайте все. Ну, сразу скиньтесь ему сальвой. Ушли. Паянная, блядь, мне кажется, слишком близко метка стоит. Не, просто не бегают хуёво. На край лужи станьте и все. Да. Ушли. Квин, вынес. Квин, 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 квин. Хорош. Рано. УАЗ, обязательно урез хила все время держи. Таня, ты шо? Ушли. Скоро метка будет, смотрите, готовьтесь. Смотрите внимательно за спорами. Забыли за свои старфолы, цепные молнии, за всю хуйню. По юрчели и... А юрчела, раскол нажми. Оксиген, безвредный оксиген. Раскол нажми. Оксиген, оксиген. Терияки раскол нажми. Все локи раскол прожали быстро. Охуево метка стоит, а она, блядь, не успевает даже, блядь, двинуться с места. Да встаньте назад в нее, нахуя вы тогда встаете? Встаньте просто назад на два шага, нахуй вы прям в ней стоите, что непонятно, блядь. Что если близко она стоит, дайте два шага назад. Терияки, нажми раскол, блядь, души. По волшебнику сальвы дайте все. У него нету раскола души. Вака тоже раскол нажми. Безвредный, хорош. Юрчела, раскол нажми. Да, вообще можно было Гера было бы дать и разъебать ему ебало. Столовка, ебаш ЛП просто без остановки, блядь. На КД, блядь. Ну, а что будет, если без моба убить? Не будет хэма. Ни хэм не случится. А Варнуги в стелс? Не поможет. У него агрода нуля скидывается стелс. Ушли. Юрчела, есть раскол?
Вот спиритус. Ушли. Да, блядь, вы чё? Охуенно, блядь, кто так выносит? Да все нормально, не кипишуйте. Встаньте в одну линию. Мне кажется, надо было стопать даже. Не надо ничего стопать, блядь. Бейте босса. Мы сейчас просто убьем его без хэма и будет. Ничего мы не убьем, блядь. Будет сараненько. Аккуратнее, спору убейте. Спору не разбейте. Вот моб выходит, моба сразу на пул. Дайте на пуле, точнее, дайте на пул. На пул, блядь. Набирай агро. Гера пошла. Терияки. Вынес терияки. Ушли. Лок, алё, здрасте, нахуй. Напуль на него, блядь. Забери столовка ебаного моба. Не бейте никто моба, пусть он наберет агро. Пух, подними малага. Блядь, Пух, ну ты чё? Блядь, бегайте, алё, там не лутайте эту хуйню. Шо вы, блядь, летаете, блядь? Это сейчас нахуй ГП полетит, пацаны. Вы что там, расслабились, блядь, или шо? Квадрат. В квадрате метка. Алло. Лужи в квадрате. Ушли. Обратно в крест встаньте. В чем, блядь, проблема? Первый раз пришли. Малах, вынес. Вынес быстро. Ушли. Сказали, блядь, два раза, нахуй. Дайте агротайм, блядь. Внимательно, нахуй, заметками, не захильте его, блядь, у него хп осталась хуйня. Держи урез хила на нем. Ушли. Скоро метка, готовьтесь. Подключи дед, вынес. Дед вынес быстро. Нахуй. Угу. О, пуха! Бля, ну две вот пухи, я, блядь, три. Я первый раз. Критарп, хорошая пуха, кстати, блядь. Топовая пуха. Получается, кто, типа, Телдер или ты Гавай забираешь? Не знаю, сейчас решим. А Егору нужна вообще пуха? Сейчас у Телдера. Так, у вас... Забирать не будешь, что ли? Ну, мне... Я пользовал. У Арселла есть пуха. Телдер будет. УАЗ, держи вот эту шляпу. Так, дальше. Кожаная перчатка. Хаст. Дух. Ну да. Хорошая перчатка. А чё, у тебя астриализира у вас нету? Это же залупа. Только Торима запускаем. Только Торима, блядь. Не жмите там нихуя лишнего. Так, что перчатка, блядь? Никому не надо? Так, артстайл, держи, распылишь. Копье у УАЗа есть. Тебе же второй не надо, у вас такой, блядь. Две вряд ли носят курики. Два древковых нельзя. Не если нельзя. Древковый возьмешь, блядь, то надо одну ручку брать. Так, артстайл, на тебе тогда распылишь. Да, я увидел. Я думал, стрелизировать. Кстати, шкаф, еду с моего. Если хотите, давайте мы распределим все порталы по фотке, там DC есть у вас, чтобы так не было проблем. Как бы надо, да, распределять. Без распределения. Ебать, сейчас ХП за эту хуйню залетит, я хуею, блядь. Тут как раз 10 человек есть, кто в порталы заходит. Это бисовая пуха, она бисовая, блядь. И у кого афлики есть, сделайте афликов. Ну и кто хотя бы умеет в них нажимать, имеет понятие. Ну да, с этой пуха ты до конца лета будешь бегать. Получается так, блядь. А у кого есть, блядь, с собой инчант? Артстайл. Мне нужен инчант и один фиолетовый камень. Есть у кого-то? Пока в темпе, пожалуйста. Фиолетовый камень есть у кого-то? При себе рех. Ахалит? Да. Да, где это? Я предложил тебе обмен, но почему-то не пошла же. А вот.
Зачарьте мне кто-нибудь берсу, может? Ну, может, Сайл пишет, что может. Так, Сайл, сколько человек в портале? 10? Смотри, иду я, идет Пук, 3. Телдрин, 4. Получается, 2 приста, наверное, да, идут? Кто у нас, типа, сделал? Смотри, у вас идет... вас раз, Гавай 2. Телдрин, Сайл, 4. Мораль, 5. Блять, а у меня реально этого нет. У кого есть рецепт? Рога, 8. 10 сил и 15 выносливости есть? Ну, и 2 приста. Ну, можно, да, 2. Присты же охуенные в портале, они просто бегают и дотуют нахуй чумой. Ну, короче, все милики, да, получается? На хиле кому лучше пойти, мне или Лудомиру, как бы? Ну, тебе лучше. Угу. А, да, там все ЧПС-ку сумму. Смотрите, там вы заходите, типа, 5 человек идет всегда налево, 5 человек всегда идет направо. Давайте есть... сейчас мы это распределим. Надо сначала по фотке распределить, кто куда. Ну, скиньте в DC, я вам могу рассказать, кто куда идет, и все. Его вроде скинули. Это гораздо проще. Сейчас я перешлю. Так, получилось? Смотрите, там что-то не скинул нихуя. Блять. Спасибо, Тимон. Нет, ты скинул, только открывать ее. Она, типа, на ссылку нажимать. Зайдите в этот, в Дискорд эту картинку, откройте. Я скинул. ДЦ, сова, 2 ШП и все мили ДД. Димон, что-то оно берсу не чернуло. 2 ШП каких у нас, их 3? Кто у нас там адекватный? Ну, туда, я думаю... кто побольше дамажит, желательно. Слава будет 100%, он самый адекватный здесь. И, наверное, Шивульпа. Женек пусть хуярит мапу. Вот Шивульпа его... Тоже откроет этот скрин в Дискорде. Получается сова, ДЦ и все милики, которые есть. Это УАЗ, Морали, Оставил, Тедрин, давай. Рога тоже. Погоди. 2 ШП зачем? Потому что милики первая пати идут. Потом Рога Тога, УАЗ, Хао. Остается 2 человека. Там 8 человек. Там остается... 2 не хватает. 2 мили не хватает. Смотри. Первая пати. Рога Тога, УАЗ, Хао. А, сука, столовка. Ну и этот Пук и Войд. Блять, натуре. Честно, я бы туда, нахуй, вместо ШП второго, нахуй, вместо вот этих двух, я бы кинул какого-то ДПСера, блять. Типа верно или безвредно. Присты там заебись, они накидывают чуму, блять, и сушением стоят, ебашат. Очень быстро, блять, этот трэш разлетается, блять. Смотрите, то есть портал номер 6, там, допустим, забирает ДЦ. Саня, понял? Ты заходишь в центральный портал, который ближе к нам. Портал 7 Гавай, портал 8 УАЗ, портал 9 Рога Тога, портал 10 Мораль. Эти 5 человек, которых я сейчас назвал, вы всегда идете налево. В любой комнате вы всегда идете налево. Так, а ну подожди, давай еще раз. Портал номер 6 Хао, портал номер 7 Гавай, угу. Портал номер 8 Рога Тога, портал номер 9 УАЗ и портал номер 10 Мораль. 5 человек. Так, короче, мой 7-й нахуй. Вы всегда идете налево и заходите в эти порталы. Эти порталы будут с левой стороны, если вы сейчас смотрите туда, типа в центр комнаты этой. Заходите, то есть не всегда будут со стороны Тарима. Вы заходите всегда со стороны Тарима, это ваши порталы. Портал номер 5 заходит Сова. Портал номер 4 Артстайл. Портал номер 3 Телдрин. Портал номер 2 1 ШП. Портал номер 1 другой ШП. И вы идете направо. То есть смотрите, если вы заходите в Штормград... Сова просто с пула даешь Starfall. Ну и пробегаешь типа по боку сразу туда в конец. В Штормграде вы бегите типа лицом к стене, смотрите. Тогда вас не дамажит. Если вы заходите к драконам, то тоже вы бегите лицом к центру. Артстайл в какой портале? Артстайл портал номер 4. Или 3. 4. Тайл, Телдрин 3. Смотрите, вы, где драконы, портал, вы смотрите в центр. То есть вы бегите также боком, но вы уже смотрите в центр, тогда вас тоже не дамажат. В Штормграде вы бегите также боком, но смотрите не в центр, а типа в стену, в край стены, и тогда вас не дамажат. В Ледяной Короне
вы можете все бежать налево, но 2 ШП могут идти на центр и издалека сразу иссушение туда давать и типа убить их. Вы расходитесь всегда по своим сторонам и встречаетесь в конце, добиваете щуплы и на обратной стороне потом под бутсами, под чем хотите, добегаете. Жмете сразу пот, потому что при выходе после, ну, после комнаты пот начинает кулдаун, ну типа сбрасывает. Можно жать пот. И выходите там за 5 секунд до конца. На первой фазе милики можете не убегать, просто долбите мобом, но пархи не хочет. Самое главное, касты сбивать и все. Ну, столько РД там вообще, типа, им не бить. Да. Похуй вообще, тут РДДшники. Все остальные, кто остается тут, обязательно надо темп ставить, декурсить, диспелить и бегать всегда одной пачкой. Мы всегда бегаем одной пачкой. Ставьте на кого-то метку, можете там на меня поставить. Стоп, стоп, все локи в Африку спехнулись. Я так понял, них. Может, мне все-таки в демоне остаться? Ну, ты, да, тот, кто демон, в демоне, вопросов нет. У нас только 2 лока в Африке. 3 еще в Максе, да? Ну, блядь, нет, надо было. Давайте пробовать. Запомните свои порталы, и я буду говорить вам там за 5-10 секунд, вы будете уже на них расходитесь. Кто в портал идет, вы можете на них просто вставать и стоять АФК. Самое главное, да, нитки сносите и... Блять, а вы скажите Женьку, куда нахуй заходит? Никуда? А Женек? Нет, наверное. Оксиген, который. Женек просто... Все, никуда не заходишь, блядь. За кто заходит? Войтыш и Вульпа. Портал 1 все. И 2. Это Войтыш и Вульпа заходит. Все, Женек, ты тут остаешься. Давай, ну, смотрите, если нитки кидаются на вас, и вы РДДшник, и с вами вас связало с Миликом, вы всегда бегаете за Миликом. То есть не он за вами, а вы за ним, потому что он заходит в портал. То есть вы. Давай, Саня, подтверждай, подходим. Пошли. Просто мув нажимаете и все. Скоро мы сразимся с главарем этих шмара. Локи с собакой можете большому щуплу сбивать, если это еще работает. Либо танк подходит сбивать. Ну в лужу куда ты подошел безвредно? Нахуя ты это сделал? А что за хуйня? Встаньте тут все в меня и стойте. Лишнего моба вызвал, что за хуйня? Ну быстрее переведем, больше будет времени. Да, прохиливайте. Ты сбейте второму мобу, трофу. Да мне просто эти на минимум, а нихуя эту лужу не вижу, если честно. Моба, столовка, забирай. Сейчас выкручу. Прохиливайте рейд. Пацаны, это чистая хуйня, это что вы в мелизону пошли, блядь? Это сразу говорю, это реально хуйня. У нас миллион нахуй РДДшников. Выйдите нахуй туда, в пизду, блядь. 8% нахуй ебало, блядь, артстайла осталось, блядь. 8, блядь. Так касс не сбивают просто. Столовка будет сбивать касс, все. В чем проблема? Сало можно воткнуть, у нас 3 мага, блядь. Что, нельзя сало воткнуть? Взрыв мага, пол хп 100 сбили. Ну я видел только, что сколько осталось. Вард стайла 8 хп. Касс не сбили. Забирай столовка. Миллиард РДДшников, блин, мы занимаемся хуйной как. Пошли налево. Смещаемся еще. О, Абу-Даби, двигайся. Толку, я знаю, вы там побежали всей толпой и запулили лужу. А ты сейчас что пулишь? Так это не я пулю, это лужа не, уже была. Она была уже пулена. Подходите все к воротам. Смещайтесь к выходу в одну точку. Моба бить. Пошли на выход. К выходу все бежите быстрее. Отошли оттуда с мелизоны. Добивайте моба лоу хп быстрее. По щупальце, по вот этой резко заехай. Моба добить, потом по щупальце по большой. РДД. Вас касается. Задотали моба быстро. Убили моба, потом щупальцу большую. Или щупальцу, блядь, потом моба. Похуй как. Главное бейте, блядь. Моба задотайте, блядь. К щупальцу бейте. У нее хп. Великий, вы можете идти бить щупло там сзади мелко. Сбивать косты. Сзади щупальцу, блядь. Порталы возле появляются. Большой, щупальцу тоже убили. Быстро. Мораль отъехал. Как отъехал, я нихуя не понял. Да, начал.
начал бить щупальцем, сразу лучи два. Отлучить. Получаем. Да, расходитесь на портал. Расходитесь на портал. Пук, подними мораль. Ой. Быстрее только. Как сейчас, ко мне бежишь? Вот, сейчас будут порталы. Поднимите мораль быстрее. Пошли. Мораль, твой портал. Если тебя подняли. Нет, очищение ставь нахуй, ты стреляешь потом. Спиной бегайте, блядь. Как вы так лутаете урон, ебать? Так как, вот так, блядь. Блядь, я уже все санити проебал. Вот там череп, алё, вы садитесь. Почему мораль никто не поднял? Пук дракона, у тебя КД БР или что? Там скоро выходить. Да, ну, вообще, выходите. Как он мог, блядь, умереть на другой стороне, блядь? Вот так он умер на другой стороне. Охуеть, блядь. Просто охуеть, блядь. Мы, блядь, в МК, блядь. Класс, нахуй. Нажал выйти, блядь. Ну падайте. Андрюля, а что ты на другой стороне? Объясни мне, пожалуйста. Щупальца бил. Сам? Ну, вы не один был, там еще кто-то был. Пошел бить щупальца, которая у нас кастовала. Ну, просто гениально. Мы же сказали, сместитесь все вместе, одним паком, возле входа. Андрюша побежал бить щупальцу, которая была хуй знает где, потому что она, блядь, кастовала, нахуй. Охуенно. Этот, мы сейчас в комнату зашли, у нас, блядь, нахуй просто 5 человек, блядь, охуенно. За комнату выбили мозгу, блядь, 10%. Просто пиздатейше, блядь. Давайте не будем, блядь, вот этой какой-то самодеятельностью заниматься. С порталами не тупите, вы не можете посчитать, нахуй, блядь, какой ваш портал по счету, визуально. И это самое... И, блядь, вот сейчас мы были в комнате, это что было? Ледяная корона? Угу. Чёрно. Да. Как там надо двигаться, Саша, я прослушал. Черепа в воздухе, видишь? Смотри, типа, тебе на хиле вообще... Оно, то есть, когда ты подбегаешь... Вот те щупы, которые слева, да? Тебе не надо прям под них бежать. Ты останавливаешься на середине пути, и тогда тебя вообще не коцает. И просто смотришь на них и, типа, хилишь. Когда они смещаются в центр, ты так же само, типа, переходишь на центр и на ранжейс. Я раскидаю пати, которые заходят. Вас назначили по порталам. Нахуй вы заходите в хуй пойми какой. Объясните мне, пожалуйста, почему Пук пишет, что, блядь, его портал забрали, он зашел в пятый, блядь. Кто, нахуй, не умеет до 10, блядь, считать? И не понимает по часам, нахуй, не по электронным, блядь. Пук дракона, твой пятый портал, это который сразу справа от центрального, все правильно, четвертый. Третий, пятый, Егора, четвертый отставил, а Пук твой пятый так и есть, блядь. Я захожу в седьмой, блядь. Вы сейчас видели, как появились порталы, теперь вы все знаете, на каком они месте появляются. И зайдете сейчас нормально. Они появляются точно так же. Стой, типа, если ты на сове не можешь понять, ты стой ближе к центру, вот возле Хау. Они появятся, и все. И Хау зайдет, а ты справа от него зайдешь, и все. Рыба, я вам говорю, слева, ешь, когда ешь. Расходиться на порталы, вы просто не обязательно прям ровно в портале стать. Вы хотя бы в той очередности друг за другом станьте заранее, когда я вам говорю идти на порталы, и все. И зайдет. Этот, Рога-Тога, ты умираешь, там в воздухе висят черепа. Если ты к ним лицом, то они тебя бьют, наносят дамаг тебе. Вставай к ним спиной, если ты видишь КП мало, и не бей ничего. Просто автоатаку стопай, типа. Ты даже когда щупальца бьешь, они как типа блэкмейл работают, как возвратка. Возвратка 66%. А уешешь. То есть поэтому на вашу сторону идет типа ДЦшник, который вас там посчитует и похилит издалека. А я на какой стороне? Справа? Налево. Налево, понял. Ты, два вара, рога и ДК идете налево. Во всех комнатах. Да, да все поняли, Пук. Ты твой портал заняли, блядь. Давайте время потравим лучше, чтобы все поняли, что у кого делать. Давайте. Дайте пройти МП5 по килам.
и бафнуть. Давайте в темпе бафы раздавайте. Срез, что там не хватает?